Я внучка Героя Советского Союза и считаю, что национальная идея в России должна быть, как у нас ангел-хранитель на иконе. В одной руке цветок, в другой меч. У нас не надо плевать, мы ответим больно, но до тех пор, пока с нами по-хорошему, мы и накормим, и напоим, и споем, и станцуем. Я позитивный психолог, я мирю до последнего всех. Точно так же думаю о стране.